Всем привет, ребят, с вами я, Компот, и, видимо, случилось что-то очень-очень плохое. Только что мне звонил мой друг, там как-то все было непонятно, все с помехами, он очень громко говорил что-то типа «Рома, приезжай, что-то ко мне в дом кто-то ломится, помоги срочно». Я уже пришел в его деревню, ребят, сейчас буду разбираться, он попросил помощи какой-то, но, к сожалению, больше не отвечает на мои звонки, мне нужно знать, что произошло с ним. Так, я уже подхожу к его домику. Ё-моё, скорая, полиция, все перекрыто, погодите! Погодите, эй, извините, а что тут, собственно, произошло? Ё-моё, что случилось? Так, а вы кто такой? Я друг Никиты, своего друга Риколита. А что тут произошло? Кто, что это за человек? Что тут случилось и где мой друг Риколит? А твой друг Риколит сейчас находится в столь отдаленном месте, думаю, что ему грозит довольно большой срок. В смысле, какой еще такой срок, я не понял. За что? Что тут произошло? Что случилось? А ну-ка, расскажите все поподробнее, пожалуйста. Значит так, поступил нам звонок от какого-то гражданина. Произошло все, собственно, так. Мы уже посмотрели все по камерам видеонаблюдения. Случилось следующее. Был, значит, дождик в деревне жителей, и какой-то рандомный совершенно игрок решил погреться у вашего дома, у вашего, так сказать, друга дома. У вашего друга, он открывает дверь, заходит, Риколит ему наливает чаю, в принципе, дружит с ним, дружелюбный, хороший человек, но не тут-то было. Он начинает требовать с него деньги. Тот ему, конечно, не дает, потому что заблудился в лесу и решил зайти просто погреться в его дом. И Риколит решает его убить. Пока он кричал, жители это услышали и вызвали нас. Мы приехали, выломали, так сказать, окно, задержали Риколита. Конечно, пришлось ему сломать пару костей, но зато преступник задержан и сейчас отправляется на суд. А этот человек, ему требуется сейчас помощь скорой помощи. Чего? Вы мне тут сказки какие-то рассказываете. Мой друг бы так никогда не смог сделать, он бы так точно никогда не сделал. Это полный бред, это быть такого не может, что Никита так мог поступить, он так точно никогда не делал. Вы что-то путаете. Так, давайте там переделывайте свой, там протокол, шматокол, не знаю, что там у вас. К сожалению, все уже составлено, и против закона, увы, не попрешь. Знаете что, да я проведу собственное расследование и докажу вам, что Риколит ни в чем не виноват. Понятно вам? Ё-моё, ребята, слушайте, а может быть он реально это сделал? Хотя, да бред, но Риколит же не мог так поступить, правильно, ребята? Правильно. Он не мог так поступить, он бы так никогда не сделал. Вы только взгляните это. То есть, стоп, давайте еще раз прокрутим в голове, что было. Какой-то лесник заблудился, замерз, пошел дождь. Он нашел домик Риколита, погрелся. Риколит, конечно же, его накормил, его напоил. Это похоже на Риколита, да, он дружелюбный. А потом взял, начал требовать с него деньги. Да нет, это не похоже, ребят, на него. А потом еще и убил его за то, что он не дает ему деньги. Это вдвойне не похоже на него, ребята. И это вдвойне, да я даже скажу втройне странно. Стоп, мне кажется, ребят, тут пахнет какой-то подставой. Такое просто не могло произойти. Ребят, а может допросить жителей? Точно, давайте я допрошу жителей. Сейчас спросим что-нибудь у жителей. А, житель, слушай, ты случайно не видел, что произошло в этом доме? Не видел. Хе-хе, я люблю цветочки. Так, понятно, до свидания. А, давайте еще кого-нибудь спросим. А, житель, извини, можешь уделить мне немного времени? Скажи, пожалуйста, не знаешь ли, что произошло в том доме? Да, Компот, это вообще полный ужас, представляешь? Риколит спокойно рубился грядочки, огородики, и тут приезжают 4 полицейских машины, стучится к нему дверь. Риколит говорит, покажите документы. Только после этого я открою вам дверь. Они говорят, мальчик, не шути с нами. Начинают выламывать ему дверь, а у Риколита эта дверь бронированная. Но вот они решили выбить стекло. Они выбили стекло, избили Риколита, задержали его и посадили просто в машину. Представляешь, просто так увезли. А потом принесли какое-то чучело, подбросили, все тут измазали кровью. Представляешь, они все, мне кажется, они его подставили. Они все это сами сделали специально. Офигеть. Как бы это странно ни звучало, но вот это тут уже больше похоже на правду. Потому что полиция... Ну зачем она его просто так задержала? Зачем полиция задержала моего друга? Ребята, а может это реально все липовое? Может медик не настоящий? И коп не настоящий? Может это все бандиты? И там на самом деле чучело может какое-то? А ты, житель, что-нибудь видел? Да, я видел, представляешь, они так жестоко били Риколита, я не знаю, что происходило тут вообще, трэш какой-то. Да, это, конечно, полная жесть. Вот что-то я не узнаю этих полицейских. Так, погодите, ребят. Нужно сейчас у самих полицейских теперь спросить. Так. Знаете что, полицейские, давайте сделаем так. Чтобы я уверен был, я должен сейчас подойти и осмотреть полностью вот этого вот человека, которому сейчас нужна помощь.
к сожалению, это невозможно, потому что там останутся ваши отпечатки. Не мешайте, пожалуйста, следствию. Ну все, ребят, первый подозреваемый уже есть. Так, окей, отлично, мы выловили с тобой, значит, подозреваемых. Теперь, ребята, что мне делать? Точно, я должен проникнуть в дом Риколита, ребят. Как-то незаметно должен проникнуть в дом Риколита. И обыскать его полностью, дом найти, может быть, какие-то улики, которые доказывают то, что он невиновен. Стоп, ребята. А какие еще камеры видеонаблюдения? У них же в деревне нет электричества вообще. Какие камеры? Тут ни одной камеры. Офигеть, ребята. Теперь у меня точно не остается сомнений, что это какие-то липовые полицейские. Они явно не настоящие. Так, ребят, погодите, я должен сейчас кое-что быстренько сделать. Так, тихо-тихо-тихо, давайте-давайте, пока коп не видит и... Так, тихо, забираемся. Опа, тихо. Так, вроде не заметил. Фух, ребят, вроде он не заметил. Вроде не заметил. Так, тихо. Окей, мне нужно как-то пройти в дом друга. Так, забираемся сюда. Ух, как бы не упасть отсюда, ребят, высоты, конечно, я очень боюсь. Тихо. Так, давайте сломаем этот блок и спрыгнем сюда. Так, окей, что там происходит снизу? Ну-ка, давайте. Опа. Так, смотрите-ка, тут врач, и он что-то не спешит помогать этому пострадавшему. Смотрите, он что-то осматривается, что-то следит, странный какой-то. Окей, что... Опа, динамитные шашки. Странно, раньше такого Риколита не видел, блоки земли. Так, окей. Ух ты, оружие, книга какая-то, алмазы, откуда это все? Стейки, еда, алмазы, странно, ребята, окей, книга какая-то. Рома, помоги мне, меня подставили, это не полицейские, они хотят просто так закрыть меня в тюрьму. Ребята, Риколит, ребята, кажется, я был прав, ребята, это не обычные полицейские. Теперь-то я все знаю. Ух, сейчас не поздоровится этому полицейскому. Ух, не поздоровится этому тупому полицейскому. Слышь ты, коп, я все знаю. А ну-ка, лови гранатку. Понял? Я все знаю теперь про тебя. Я знаю, что вы липовые полицейские. Вы хотите просто так Риколита засадить в тюрьму? Черт, я же просил тебя не сувать нос не в свое дело. Ну все, жди. Чего ждать-то? Все, ребята. Может спуститься ему накостылять, он там всего лишь один. А пойдемте, ребят. Хана этому тупому полицейскому так. Ой, ё-моё! Сколько их там? Чего? Погодите-ка, ребята. Погодите. О, нет. Чё напрягался? Давайте, ребят, жмите его. Чёрт, ребята, они сейчас стрелять будут. Спускаемся вниз. Тихо. Ну чё, хотите поиграть? Ну давайте, так сказать, я за друга, так сказать, порву. Ладно, ребят, окей, все, поехали, ребята. Сейчас я вам покажу, что значит кузькина мать, так сказать. Получайте, тупые копы. Так, вам не поздоровится, блин, ребята, со стрельбой, конечно, нужно еще постараться. Нужно еще, конечно, поучиться. Ё-моё, ребят, нужно еще уворачиваться от пуль. Чёрт, давайте как-то, ребят, не знаю, отстреливаться. Вон там еще жители бегают. Так, давайте. Ё-моё, как же их много. О, у меня же есть динамитная шашка. Получай, бах. Вот так просто закидываем их шашками, ребята. Блин, конечно, не очень хочется деревню друга ломать, но, ребята, придется. Видимо, придется. Так, давайте вот так вот просто закидываем всю толпу здесь. Ё-моё, а у них какая-то броня, видимо, сильная. Давайте их вот так вот с оружия немного постреляем, поцелимся, так сказать. Так, давайте вон того вдалеке. Хоп, отлично. Вон то... Ё-моё, ребята, там какой-то тайный проход открылся, взгляните на это. Офигеть. Сейчас мы обязательно туда сходим, посмотрим. Так, давайте, ребят, вырубаем всех по очереди. Так, там интересно, сзади никто не подходит? Нет, сзади пока что никто не подходит, никто не берет штурм на меня, ну и хорошо. Блин, до этого не достаю, ребят, никак. Так, окей, ладно, выйду на улицу, прибью просто его. Так, все, ребята, отлично, теперь выходим. Так, давайте, и вот финалочку, так сказать, получайте, тупые копы. Ха, не подходи. Так, стоять, руки вверх, стоять, не подходи. Так, ребята, все отлично. Так, что это за место открылось такое? Ну-ка, офигеть, ребята, это что это такое? Это какой-то типа тайный проход, что ли, или что? Так, ладно, окей, не буду дальше идти, ребята, оставлю это для вас интригой. Так, окей, вроде я перебил всех копов, кроме одного. Я его не убил, ребят, специально. Теперь ты-то он мне и нужен. Так. Значит так, смотри, ты у меня под прицелом. Сейчас ты заводишь свою гребаную машину, и мы едем к Риколиту. И ты его выпускаешь. И мы довозим, так сказать, его назад сюда. А потом я решу с тобой, что делать. Понял? Понял, отвали. То-то же. Давай-ка заводи машину. Так, все, ребята. Спасибо большое за просмотр. С вами был я, Компот. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Я поехал спасать Риколита, потому что его задержали просто...
просто так, ребята. Просто за просто так вот взяли его и задержали. Поэтому, ребят, я пошел его спасать. Не забывайте ставить лайки. Давай, шевелись там. Подписываться на канал, ставить лайки. Спасибо большое за...